чертовы уроды еще пожалеют, что сюда сунулись. Надоело уже в гараже сидеть. Пора бы и размяться. Да, на руки не поставка. Не знаю. Какой лучший? Смотрите, смотри. Это умный чертова. Это кто? У него, по-моему, есть ракеты. Тачку собрал, сейчас запечнем. Да нормально.
несколько банок. Держимся вместе, мужики. Задача такая – захватить вражескую базу и самим не сдохнуть.
весело, если бы неплохо. Сегодня будет жарко. Сегодня будет жарко. На базе стоят. Может быть. Надо людей набирать, нету никого. Хрен его знает, у меня время на это будет.
У меня тоже нестабильно. Сейчас вот на этой неделе у меня день рождения было, у меня не было работы. Я почему-то грустно себя чувствую. Так 24-го было. Тошнит или триггер? Не знаю. Да. Пешки прогреты! Тапку в пол! Там дробовод долбанный, он мне просто пушки сбрил. Ну, если мне не подарить. Первый бой он меня разобрал. На маленьких гранатометах и два тошнителя или три. У меня радар-детектор, видишь, нету никого. Вот вижу их. Вон они стоят, видишь? Thank you.
Основатель. Основатель, приди, у него что это за оружие там было? Нет, предыдущего предыдущего. Не помню. Да-да-да.
Оружие к бою. Последний на базу приедет, я тому лично колеса повыдергиваю. Я половину пушек ему сбрил. Да. Газу, мужики, газу! Да, все шевелится. А ты можешь... назад ехать. Нет, назад. Да. В
Ну ты как, ты прям боком стоишь к ЖД. Они что-то остановились, я им 2000 только что накидал. Еще две. Ну вот, за зданием возле нас. Что-то они заходят. Это как раз боком. Да, уже стреляю. Минус один. Да. Трое. Минус Левиафан. Один остался у них. Все. Тебе что, наверное, интернет переключить надо или что? Я уже давно зашел.
Назад откатись тогда. Кишки прогреты! Тапку в пол! Ты почти бог. Только назад надо. Больше, больше. Чтобы как-то перекрывать и балкон, и выход. Жми назад, да и все. Я скажу, когда перестать. Все хорош, наверное. Ну как, 45 градусов на балкон смотришь и на выход. А вот так прямо пополам. Прямо по, ну, поперек. Я так смотрю, чтобы всеми стволами попадать. Вот примерно так и надо. Ты зря развернулся, надо морду вправо как-то. Или назад и влево нажми. Да, будешь прям перекрывать их. Типа так, да, да, вот нормально самое то. Так, минус один у них, да, сейчас будет. Так, еще минус. Все, последний остался. Никому. Он один остался. Он полубитый. Нет, мы все. Ну, у нас минус 21. Все, закончим. Да. Тут кто-то. Тут кто-то больше Левиафана настрелял очков, блин. Не знаю, я пока не видел ничего такого. У меня пока не было косяков. У меня только один раз бой залагал, когда я минус 6 сделал один. Ты не был, когда в этом... В рандоме-то. Тигер сзади. Все, меня разобрали.
Я вперед лучше вылетать не буду, меня триггерит. Ты вперед и направо нажми, да и все. Вот так поперем дороги. Все. Погоди, пока. Они уже плющат нас. Да. Да уже все заехали. Уже нам на спой накидали все. Блин, один. Что сейчас грузит? Сейчас мы догрузились. Погоди, посмотри, ой, назад вы. Еще не проиграли. А, блин, уже непонятно. Надо было пораньше. Тут уже бойня. Не-не-не, погоди. У нас еще двое живы. Еще трое у них еле живы. Держимся вместе, мужики. Да нет, все. У нас просто еще агрессив накидывает. Нормально, нормально. Все сколько. Это когда мы целый день КВ контролили. Тебя не было. Просто как-то удачно. Прям такие, ну, слабенькие попадались и прям перло. Да чем больше игрушки, тем лучше. Не знаю даже. Слетел. Как ты его так греешь, я не понимаю.
Слушай, не знаю, я комп не тушил с 22 числа. Я просто монитор выключаю и иду спать. Да ничего такого, у меня i5-9400F. Видюха у меня 1550 Ti. Ой, 10. Машина противника обездвижена. Задача такая – захватить вражескую базу и самим не сдохнуть. Надо тебе эгиду. Мне кажется, самый бесполезный у тебя гелиус, самый первый отваливается. Они еще и крутятся медленно, если что. Мне кажется, еще тошников побольше. И гида. Валим, валим отсюда. Даже, наверное, гелиусы тут ничего не дают. Потому что ты перекладываешь стволы слева направо, он не успевает.
что там еще? Зажигай! Уезжай направо, вперед и направо, да и все. Попробуй. А ты ничего не делаешь. Только вперед и направо. Все, нормально, нормально. Главное просто перекрыть, ну, это, поперек. Так что давай вправо. Еще. Да. Или назад вправо, или вперед вправо, без разницы. Просто ты сейчас, ну, вдоль стоишь, надо поперек. О, можно так, да. Во, вот так поперек будет. И мы, грубо говоря, сзади тебя встанем. Нужно даже назад еще отъехать попробовать. Ну что-то они не хотят к нам идти. Все хорошо.